Инна Молчанова, «Колдун», по мотивам эскиза Николая Рериха, «Отшельник, практика Туммо». Когда твой мир расколот, как орех, а сердцевина высохла от ветра, поразмышляй, откуда взялся грех, что на волоса падет бездушным пеплом. Кто жёг в бадьях святые книги или игральных карт обманные колоды? И где был Бог, когда луны фитиль тонул в утробе мрака несвободы? Зачем вели на пламенный Олимп израненное поколение нищих, и для чего с икон стирали нимб, а камнепад воспринимали пищей? Поразмышляй, а поразмыслив, спой свой гимн про жизнь, где нет верик иль стойла, и поведи, как Данка, за собой толпу в одеждах, оставаясь голым. Сплети венок, кольчугу искрапив, стирая пальцы о наперстки веры, и сделай так, чтоб поврежденный мир на солнце вышел из глубин пещеры.